Глава региона Вениамин Кондратьев провел заседание Оргкомитета «Победа». Основные мероприятия пройдут 9 октября в Темрюкском районе. Отметят памятную дату и во всех остальных муниципалитетах края. 9 октября – это наш краевой день Победы. Вот давайте с таким вот размахом, с должным уважением и по-настоящему большим праздником отметим этот день. Те ветераны, которые сегодня, слава Богу, дожили до этого дня, должны увидеть искреннюю заботу и о них, и о тружениках тыла, и о тех, кто пережил оккупацию. И они должны быть в числе первых приглашенные на этот праздник. Поэтому об этом тоже давайте не будем забывать. И в первую очередь не форма здесь важна, а содержание. Именно содержание. Вениамин Кондратьев поручил обеспечить транспортное и медицинское сопровождение всем ветеранам Великой Отечественной войны в дни проведения праздничных мероприятий, а также тщательно проработать списки награждаемых памятными медалями. Их специально выпустят к 75-й годовщине освобождения Кубани.